команды. И, соответственно, ну, насколько я могу предположить, у меня нет более точной информации об обновленной форме. Ну, цвета бессменные такие были, бордовые теперь. А и первая же минута, первая же атака! На всю ли игру? Доедут ли номинальные вратари? Дадут ли им поиграть? И еще один момент, но на этот раз... Блоян подбор, Блоян. И 2-0, друзья! Вот так вот Блоян, 4-й. Юрий Чудеевич, 97-й, Андрей Шаров, номер 7. И еще момент опасный, может быть. Просто расстреливая в составе. Илья Богданов 10-й, Василий Коваленко 18-й. И посмотрите, перекладина играет за Квазара. Квазара перепас выводит Попова на ударную позицию. И там ты посмотри, что творится. Второй тайм, хотя момент все равно были. Поэтому, блин, ну обидно очень терять очки. Что-то особенно после такого, очки, да? Конечно, после первого тайма такого хорошего. Ну, надо было больше. Да! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Косачев там, по-моему, рвет сетку. Ну, а мы сейчас досматриваем тайм. Чудеевич большими силами. Аллы идут вперед. И в итоге, ну что, Косачев загубил. Ну вот, по мнению северян, мяч Попову Антону в руку попал. А здесь, посмотрите, то выяснение отношений, по мнению арбитра, кто-то что-то не свистнул. И вот Блоян мог бы сейчас... О, а это подровнял. Хотя вот смотрите, да? Ну, это надо реализовывать. Мартынов, Мартынов умница. И... один... хорошая передача, Попов! Очень неплохо, Блоян! О-о-о, какой сынов, дамы и господа! Воспитанники! Здесь грубовато сбежать повреждения. Давайте вот подумаем, да, пофилософствуем. Ошибся Хлебников, не получилось. Блоян! Все к нему прилипает. Нагибин подработал, возврат на Блояна! Еще! Еще! И можно пробить. И опять нет. Шаров. И все-таки Нагибин забивает четвертый гол. И тут по... Да. Авгеньенко перехватил. Крыжановский отборолся. И вот сейчас. Но здесь мистер Шаров. А здесь мистер Попов. Младший. Ай, забей. Да. Нет, нет. Ну а кого? А кого? Кого назвать?